У кета наиболее широкий ареал среди всех представителей рода тихоокеанских лососей. В бассейне Северного Ледовитого океана заходит на нерест в речке Колыма, Индигирка, Яна, Лена. В западной части Тихого океана встречается от Берингова пролива на севере до Кореи на юге. Многочисленно на Чукотке, Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в реках Охота и Амур. Она может достигать в длину до 1 метра и массой до 15 кг. Ее икра самая крупная, замечательно красивого оранжевого, красного цвета. Кета – проходная красная рыба, нерест один раз в жизни, после нереста на обратном пути погибает. В большинстве на нерест кета приходит в возрасте от 4 до 6 лет. По рекам кета поднимается достаточно высоко, для икрометания выбирает тихое спокойное место. Самка выбивает хвостом нерестовую яму, мечет туда икру, а затем накрывает это место гравием, образуя так называемый нерестовый бугор.